Для начала нам надо... Боб. Нахуй мне стакан на операционном столе. Иди сюда, мой молоточек. Ничего страшного, скальпель тоже надо. Нет! О, мультики! Что я сделал? Мне нравятся мультики. Мультики. Нет, отдай. У меня... О, сердечко. Боб. Накрою тебя. Мне кажется, это не так делается. Абсолютно не так. Не уверен, что так делает дипломированный врач. Зачем я купил диплом? Я не знаю, где сердце. Надо было биологию лучше учить. Я надеюсь, я делаю все правильно. Потому что вроде как это не так. Так, пульс. У него пульс. Какой-то шприцов. Ему надо вколоть те мультики. Да, дайте взять, у меня болезнь какая-то. Я уверен в этом. Я уверен, тебе надо вколоть мультики. Ты хочешь посмотреть мультики? Надеюсь, да. Ладно, прям вколю прям в легкое. Короче. Чувствую, у тебя, Боб, осталось мало времени на выход. Это легкое, зачем оно тебе надо? Люди без одного как-то живут, и ты справишься. Это тебе больше не пригодится, Боб. Толстая кишка тебе тоже не надо. Иди сюда. Какать ты больше не будешь. Я пытаюсь поковыряться там. Но я так понимаю, оно не надо. Он без шансов просто, я ему там все раздробил нахер. Хочу успокоить. Открытое кровотечение, можно? Наверное, он должен жить. Все. Теперь у него пульс учащается. Мне надо как-то аккуратненько здесь подобраться. Сделать ему так операцию, чтобы он подумал, что это платная клиника. Что я сделал не так? О, Бобби. Такая гладкая черепушка, прямо не могу. Ой, у меня что, голова отклеивается? Теперь отдай. 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 Отдай.
Я уронил молоток, что мне теперь делать? Хороший врач найдет выход из ситуации. Дайте мне магнитофон. Это хороший предмет для того, чтобы я сделал операцию. Вот. Я ведь в тебя что-нибудь сейчас метну. Что ли? Наклей его приклеил. Не снимается. И шея у тебя крепкая. Отдай. Ай! Кидается тварь. Отдай. Отдай. Я вцепился за них крепко. Ай. Ай. Ай, да ты сейчас меня прооперируешь. Хорошо. Не хочешь отдавать? Я сделаю по-своему. Не готов был к такому, да? Я ведь чуваку ребра так подсоединил. О! Обезвредил проблемку. Мне не стакан надо. Обожаете в стаканы. Пал не тот шрифт этот. Как хорошо. О, я укололся случайно. Опять эти мультики. Отдай глаз. Почему он застрял? Отдай. Какой-то жадный клиент. Ну, хоть один глаз за меня, надеюсь. Ты выживешь. В чем я, кстати, очень сомневаюсь. На, сейчас тебе мозги починю. Сейчас второй глаз вылетит. На. Вырезание двух почек, значится. Это надо выкинуть. Так, и что он... Знать бы, где эти почки еще. И каким инструментом это делать. Ну, давайте, как в России делают, значит. Почки свежеиспеченные. Я использовал пилу... Шприцы, скальпели. Я тут все использовал. Я не использовал только дрель. Хочу сделать в нем несколько отверстий. Отдай дрель. Дрель. Ладно. Стакан опять не нужно, чтобы мне помешать здесь сприц. Ну, как обычно. Я успею спасти? Не, не успею спасти. Напоследок. Тыщ, тыщ, тыщ. Ха-ха. Здорово. Тебе пора уходить. Но на всякий случай зайди в описание, посмотри, там я оставил ссылку на свой телеграм-канал, на твич-канал. Кстати, скоро будет стрим по Outlast'у. Вот. Всем пока, до следующей субботы.